Санкт-Петербург представляет этот жизнерадостный, озаряющий всех своей лучезарной улыбкой спортсмен. Спортсмен, который в прошлом сезоне показал, что четверной Ридбергер стабильно. Это не просто много баллов, это еще и очень красиво, это еще и очень высокие результаты. Красавчик, действительно. Так о нем в свое время сказала Татьяна Анатольевна Тарасова. Ну и сложно не согласиться. Ольга Глинка, Валентин Молотов, собственно, Евгений Рукавицын. Вашему вниманию Макар Игнатов готовится представить зрителям свою короткую программу. Я бы назвал стиль катания Макара Игнатова очень мягким. И как будто вот как кошка или леопард, Макар или тигр Игнатов подбирается к будущей потенциальной своей добыче. Также и Макар скользит. Это не есть плохо, это не есть хорошо. Это здорово, это замечательно, потому что настолько мягкие у него ноги, которые позволяют с той же легкостью выполнять сложные многооборотные прыжки. Хорошая, интересная программа о чем-то таком сложно закрученном, таком серьезном сюжете. Вот повторы этого сумасшедшего прыжка четверного Ридбергера. Но мы можем сказать, что это его конек, четверной Ридбергер, конек Макара Игнатова. Повтор каскада, четверной тулуп с тройным тулупом. Ну, едва ли не первый за сегодня. Опять нельзя сказать, что прям чисто исполненный
каскад 4.3, но пока из тех каскадов, что были исполнены, этот, пожалуй, самый убедительный. К сожалению, и в случае с Макаром мы вынуждены говорить, что пока еще эта программа далека от совершенства по исполнению, как минимум, но в то же время мы видим, насколько сложные элементы исполняют наши парни. Макар Игнатов, дамы и господа, первый чистый прокат за сегодня в мужском одиночном катании. Ну не красавчик ли? Красавчик. А тебе как больше нравится? Секс-символ, красавчик, краш? Макар. Макар, ребят, Макар. Макар, ну расскажи, вот ты сделал сегодня новый элемент для себя, это колесо. Я раньше у тебя его не видела. Я больше всего он переживала, все лето над ним мне работал. Кажется, за него, потому что я только вижу вот это вот, и я такая, как ты его учил, потому что без перчаток это делать опасно, мне кажется. Ну, на самом деле, я его не учил, я просто попробовал, у меня получилось, и мы решили вставить, но это совсем недавно произошло, поэтому... Это такая небольшая авантюра была. А есть ли какие-то новые акробатические элементы у тебя в запасе? Пока нет, но будут, надеюсь. Ну все, ждем. Точно тогда. Будут. Он сейчас прямо сейчас пойдет их разучивать. Макар, до завтра. Увидимся совсем скоро. Пока, молодец.